С идеей создания на Нижней Перевалке рекреационной зоны выступило Карельское отделение общественной организации «Молодая гвардия». Молодые активисты разработали проект будущего места отдыха горожан и сами начали облагораживать территорию. В минувшие выходные они вышли на субботник. Жители Нижней Перевалки жалуются на отсутствие в микрорайоне парков с удобными скамейками, спортивных и детских площадок. Вызывает нарекания и заброшенная автостоянка на улице Фрунзе. Вечером гулять здесь невозможно, так как нет освещения. Из-за присутствия здесь магазинов рядом, они вывозят сюда бытовые отходы. Здесь крайне опасны социальные элементы. Вечером испивают спиртные напитки. Вечером здесь просто ходить страшно, натурально. Активисты из общественной организации «Молодая гвардия» решили жителям микрорайона помочь и превратить эту запущенную территорию в уютное место отдыха. Они разработали проект по благоустройству, который реализуют в несколько этапов. Первый – это субботник. В нем приняли участие сами молодогвардейцы, неравнодушные жители района и депутат Валерий Матвеев, представляющий в Петросовете интересы данного округа. Я считаю, что такую инициативу нужно поддерживать. Потому что если мы сами не уберем, в общем-то, свои дворы и прилегающую территорию, да, их никто не уберет. Само проявление такого социального самосознания – это очень важный момент. Я считаю, что это нужно поддерживать в любом виде, да, для того, чтобы навести порядок в каждом районе нашего города. Второй шаг в реализации идеи – установка освещения. Петрозаводское предприятие электрических сетей уже выразило готовность оказать активистам содействие в этом деле. Заключительный этап проекта – посадка деревьев, установка тренажеров и скамеек – реализуют весной. Деньги на обустройство рекреационной зоны в районе улицы Фрунзе активисты планируют выиграть в конкурсе проектов «Комфортная городская среда». Также они рассчитывают привлечь средства спонсоров. Алена Сянси, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».